dvhub.ru. Как вы оцениваете уборку улиц? Скользко, не скользко? Не, ну, в последнее время очень скользко. Честно, падал раза, короче, 2-3, наверное, за все это, ну, за все это последнее время. Да. Ну, начали убирать заметно, конечно, стараются, но все-таки, походу, не справляются с этим делом они. Падать еще не падало? Ну, вообще, самое скользкое место, по-моему, находится здесь, возле администрации. Потому что здесь вообще даже не песком не посыпано, что каждый день я на работу и слышу, как женщины матерятся, потому что все падают, скользят. В общем, здесь надо прибраться, а в остальном, в целом, нормально все. Каждый день я думаю, что они выбирают, выбирают. В принципе, неплохо. Мне было очень скользко. Я сегодня чуть не упала 3 раза. Плохо убирать или просто не справляется? Наверное, не справляется. Хорошо, он чистит дороги или вот... Нет, плохо. Там, где я хожу, везде плохо. С одной я не знаю. В центре, если ходить, то не скользко, а как только выходишь из центра в какую-нибудь улицу, закоулок, то да, там скользко ходить, там гололедица и... Не очень удобно. Я одеваю носки старые на сапоги и иду. Вот, пожалуйста, зафотографируйте. А я предлагаю хотя бы полосочку песочка посыпать. Просто полосочку. Люди бы выстроились, пошли. И все равно скользит. И все было и все равно скользит. Вообще главное успеть вовремя сгруппироваться. А носки как раз три на носки. У меня плоская подошва, поэтому мне надо. dvhub.ru